Кадровая политика не совсем правильная. Вот сейчас заболел пресс-секретарь президента. Что нужно сделать? Лечить? Да. А потом что? Уволить. Уволить? Как ты мог заразиться? Что такой пул здоровый журналистов президентских? Убрать в 10 раз меньше. Здесь убрать журналистов в 10 раз меньше. Депутатов сократить в 2 раза. Всех чиновников в стране сократить. Одни чиновники сидят. Депутаты и пресс-службы, и журналисты. Это плохо. Я заканчиваю. Пожелаем успеха новому министру. Будем надеяться, что он добьется больших успехов. Я соблюдаю... Спасибо, Владимир Вольфович.